Финальный вопрос. Я понял уже, значит, как увековечен Борис Николаевич Ельцин. Ну, не то, что увековечен, там и памятник хороший. Да, ну вот нет, все в целом, в комплексе. С юмором человек еще был. Это очень важно. А как бы вы хотели, какой памятник видеть в перспективе, отдаленный, может быть, Михаилу Ефремову? Что это будет? Я не хотел бы себе памятников. Потому что есть нерукотворные? Ну, и вообще нерукотворные есть. Потом я уже родился тогда, когда кино было придумано. И, ну, зачем, ну, что я буду думать о себе о памятнике? Я вам лучше расскажу, что нужно поставить памятник, памятник олигарху на площади, на Лубянке. На длинном таком вот, ну, где Феликс стоял. Да. Развороченный золотой Мерседес поставите, чтобы он крутился так, и фары глядели то на Лубянку, то на Детский мир, то на администрацию, куда там, на Думу, то на Первую аптеку, то на метро, то на администрацию президента, то на политехнический музей, если бы он крутился, а если бы еще какие-то видеоинсталляции бы показывал, весь мир бы приехал смотреть историю России. Сейчас придумали или давно? Не, давно это было придумано, и было, это называлось не памятник неизвестному олигарху, а памятник погибшему журналисту, на самом деле. Но сейчас я подумал, что не кстати, я пошучу на эту тему. Вот за это спасибо, Михаил. Спасибо. И за беседу, кстати, тоже. Спасибо большое.